Привет, воронежцы! Но остановите эту осень, мне зимовать не в чем. Колотун, да и только. Что же в этот раз подготовила нам погода на эти выходные, давайте узнаем. В субботу синоптики обещают мелкий дождь. Днем температура воздуха составит плюс 6 градусов, ночью 0 градусов по Цельсию. В воскресенье облака надолго займут свое место. Пасмурная погода продержится до конца дня. Днем плюс 3 градуса, ночью плюс 1. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свое объявление в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Instagram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера. Прямо сейчас. Телефон в описании.